Новосибирская область создает молодежное правительство. Сегодня проект презентовали. Наша область – один из пионеров среди российских регионов в части привлечения юношей и девушек процессом управления. В январе приняли решение создать молодежное правительство. Сегодня о нем рассказали студентам и школьникам. Возраст кандидатов в члены кабинета министров – от 14 до 30 лет. Идея вызвала живой интерес у молодых людей, особенно у студентов профильных вузов. Молодежный правительство на самом деле то есть несет под собой только проектную деятельность. Если молодежный парламент Новосибирской области, его основная деятельность является это прием граждан и законотворчество, да, оказание содействия законодательному собранию, то непосредственно молодежное правительство – это только проекты.